А последние, наверное, межквартальные проезды мы ремонтировали в то время, когда при губернаторе Толоконском нам выделялось около 45 миллионов рублей. Вы помните, по Арбузову здесь несколько проездов было осуществлено от Чехова в сторону рынка, ну и так далее. Поэтому, еще раз повторю, если будет экономия, мы это не против. Может, какая-то отдельная целевая программа должна быть для этих въездов, проездов и прочих, иначе так, ну, что-то по день-два. Да, Олег Ильич, я понимаю, но целевая программа, она должна как бы подкреплена, все равно финансовая. Просто перечислить тяготы. Ну, вопрос для дискуссии, вот для меня, например, дорог и качество дорог между дворов и въезды между кварталов намного важнее, чем светофорный объект на перекресток Арбузова и Революционная. Ну, наверное, он нужен, но там не такой поток машин уже, что там вот. У нас там ДТП огромное количество. 2 300 000 поставить на светофор. Я вам смотрю, светофор возле консультации женской поставили, ну мигает он, мигает. Как не пропускали, кому надо, тот не пропускает. Как ехали, так и ехали. Кому надо, тот и останавливается. Кто не хотел, никогда не останавливается. Ну и что, потратили деньги на него, мигает чужого. Ну, это краевая программа. Ну, какая разница? Просто смотришь, есть приоритеты определенные, видно, что приоритеты перекошены. А сколько там мы метров отремонтируем? Я даже километры не употребляю. Ну, судя по сумме этого года, 665 метров. Угу. Ширина там местами даже еще больше. И учитывая, что мы перешли работать в новой программе сметной, грантсмета, новая форма. Она съедает деньги. Увеличение материалов значительное. Сейчас работают, считают специалисты. Но в пределах такого же объема, я думаю, будет 600 метров, 660. Ну, до старта, по крайней мере, должен дойти. До старта. Ох, это кольца бы дотянули, было бы чудесно. Понятно. На обслуживание дорог по сравнению с предыдущим годом. Сумма увеличилась, уменьшилась? Да, деньги приблизительно те же самые. Нет, сумма действительно, если объем работ, заложенных на 2020-2021 год, и объем работ на 2022-2023, он идентичнее. Угу. Дело в том, что там было падение сильное. Поэтому у нас высвободилось много денег, и мы на них использовали для еще нескольких мероприятий. Здесь падение незначительное, а объем он фактически такой же.